прохождение игры Dead Man's Hand, это шестая часть. Здесь мы кое с кем разберемся. С одним гондольером по имени Канзасский Джек МакАлист, который обижает людей. Мы же защитники, из которых получили пулю. Найс. Чё-то я мелочусь, чё-то очень маленький карт. I'm good. Опять. Ну ладно, хрест. Oh no, there's a sight. Ладно, две пары, хорошо, пошли. That's здесь far enough. Такое приключение, классно. You're in the wrong town, stranger. Лежит. Следующее место не сколько классное будет, там будет наиграть любимая тема. Самый захват, один из самых захватывающих этапов в игре, их будет всего три. Предупреждаю. Вот здесь подвох будет ждать. Бегите, но не поворачивайте на лестницу, потому что есть руки, гондольер. Пытаться замышлять. Это получить ачивмент за выстрел в полете. Свою ж дивизию, что ж такое? Ладно. Fatality. Ну ладно, грохнули, идем дальше. You are going no further, boy. Here he comes. Hey, look at this guy. Еще минус один. Еще минус один. You're gonna wish you were in hell, son. Вот он не. Так, что ты I'm a trained killer. I think I'm что ж они так радуются, думаю, что попадут по мне. Фиг вам. Фиг вам. Настоящий индейский дом. Фиг вам. Так, смотрим. Спускаемся. Спускаемся. Потихонечку. What the hell? Макалистер, я тоже такой. Думаешь, у меня испугаешь своим криком, атаки, запугиванием? Попадание. Ну все, конец миссии. Спасибо за просмотр. Ждите новых прохождений. Подписывайтесь на мой канал. Пока.